это середина переписки. Я первую фотографию видел, говорю, давай же там это. Может гнить корневая шейка. А нет. Мое опасение казалось напрасным. Смотрим. Шейки у него в порядке. Видите? Проветриваемые, сухие. Все, молодец. Смотрим дальше. Но я никогда не могу так сказать, молодец. А вы знаете, как получается? Помните, упреки мой адрес. Первое, одни говорят, не, посмотрела, ничего не поняла. То есть, получается, надо разжевывать. Другая, это самое, вы только ругаете, а я действительно ругаю. Третье, вы сильно быстро говорите. А четвертое, ну, типа, сильно, наоборот, медленно говорю, разжевываю. А я не могу иначе. То есть я нет двух одинаковых людей. Вот. И получается, надо разные эти. Вот если бы Елена Александровна Савинич читала бы лекции с этими фотографиями, вот, это устроило бы другую половину аудитории, сами понимаете. Но пока я один, так вышло. Смотрим. Вот. Я решил раскрыть эту тему. Это мы с ним поговорили. Вот, видите, сажал на бугорок, корневая шейка сухая, моя школа. А теперь смотрим. Вот это вот, однажды мне пришла фотография, и вопрос, почему не растут? Так, ну все, без комментариев. Вы уже поняли. Вот здесь, значит, по щелке Майна, по моей команде, то есть по позвонку я приехал, взял. Думаю, да что такое, трава везде зеленая, а здесь трава сухая. Не сухая, а прожилая. Я думаю, спрашиваю хозяйки, в чем дело? Она говорит, так это я замульчировала. Ну, то есть взяла травы, где-то надергала или нарезала, прикрыла. Так. И все, и полила. Ну, результат убитое дерево, видите? Ярче картинки нет. У меня сотня, две, три таких фотографий. Их даже не надо комментировать. Это я уже по привычке. Я же говорю, я нудный. Вот. Помните анекдот про нудную жену? Гражданин судья. А, судья. Гражданин там Иванов. Вы почему разводитесь? У меня жена нудная. А раньше-то по суду разводили. Когда-то. Ну как нудная? Обоснуйте. Ну как обоснуйте? Представляете, гражданин судья. На улице 1 мая, музыка. Вот. Толпа народу. Цветы, дети, а она выбросилку. Вот. Вот это вот такой я нудный, как его жена. Это самое, выбросьте эту, как ее назвать-то, эту мульчу. Поняли? Убила дерево только потому, что это стало... Кстати, и раньше мульча упоминалась, но когда я говорю мульчировать, люди говорят, а что это такое? Сейчас научили всех. Это вот благодаря вот этим вот последним достижениям, массовое вот это вот, как ее назвать-то, массовые вбросы, столько каналов, и все учат. И вот они начали учить, а люди начали делать вот так. Вот так. А потом говорят, что-то у меня не растет. Вот так. Посмотрите, вот эта семья, я с ними дружу, это пригород. Ну, как дружу? Подружился, попросили приехать, пару фильмов снял у них в саду. Я удивился, гигантское количество перегноя, полуперепревшего. Куда они его только не сували, это же по их понятиям, это же есть еда. Вот. Я уже тут, давай махать, матом, мы свои люди, там, ваша мать, это, ну, как бы, разгребайте быстро, спасайте деревья. Вот так вот было. А это мне тоже фотографию прислали. Вот. Дерево еще живо. Вот. И здесь еще живо. Ну, не бойтесь. Это же мне что обидно-то? Это же мои сеянцы. Мои железо. Видели? Вот. А вот это, извините, началось. Я нет, а когда человек говорит, а что это такое? Почему у меня умирают? Я же не одну версию выдвигаю. А если здесь была косточка заглублена, этого достаточно. Плюс сыра, они же как, замульчировали, чтобы там посырее была почва. Они же как иногда, вот допустим, и заглублено, мы еще это, к этому вернемся, это важно очень. И заглублено, а смотришь, уже год, два, три, уже плодоносит, а еще живо. Заметьте, не просто живо, а еще живо. Оно может на 10-м, на 15-м году, если сухая почва.
пусть даже Кольская заглубина и основание штамба, пусть вот настолько, да? Или вот настолько, ничего еще. А здесь-то мало того, что она, скорее всего, и так заглублена была косика. Это же посадки, вижу, сплошные, да? И мульсирование, чтобы еще была почва сырая. Все, это, 1 + 1 получается 2, все. И это, и конец деревьев, вот на ваших глазах. Умею объяснять? Пожалуйста, пожалуйста. Так, теперь, итак.